Николай Павлович Батурин. С ноября 1942 года в боях Великой Отечественной войны. Командир танкового взвода, гвардии лейтенант Николай Павлович Батурин отличился в боях у реки Прут. В августе 44 года почти двое суток взвод Батурина сдерживал натиск превосходящих сил противника, уничтожив около 200 немецких солдат и офицеров, 40 автомашин, 2 танка, захватил 120 пленных. В ноябре его подразделение уничтожило 8 тяжелых танков и вынудило отступить противника, который бросил 7 танков «Королевский тигр» и 13 танков различных систем. 24 марта 1945 года гвардии лейтенант Николай Павлович Батурин был удостоен звания Героя Советского Союза. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Чехословакии. В 1947 году в звании старшего лейтенанта был уволен в запас, жил и работал в Донецке.